Собственно, ребят, сейчас мы посмотрим, да, что такое Smash Half Guard, и я объясню, ну, некоторые детали, нюансы, да, и вообще, что это за положение. Собственно, что такое Smash Half Guard? Это тот Half Guard, который обычно получается у человека, когда он приходит там на первое, на второе, на третье занятие, пока он еще не знает технику джиу-джитсу, и, собственно, ему начинают обходить его ноги, и он, чтобы за что-то хотя бы хоть как-то зацепиться, обычно люди просто берут вот такой вот замок на ноге, да, как треугольник, просто обхватывают ногу человека максимально плотно. Вот. При этом они забывают, что здесь тоже есть какие-то варианты контроля. Они просто начинают ложиться вот так вот, и человек обхватывает им голову и берет захват под дальнюю руку. И вот, собственно, Smash Half Guard образуется сам собой, потому то, что верхний понимает, что это хорошая позиция, потому то, что он как бы не прошел мои ноги еще, но у него есть полный контроль как и над моим тазом, так и над моим плечевым поясом, потому что у меня отключена дальняя рука, у меня отключена голова, он положил на меня свой вес, его ногами зажаты мои ноги, и в принципе особо куда-либо дергаться я, ну, не могу, да, не поменяв позицию. А менять позицию отсюда очень сложно, потому что в целом, как я уже сказал, он все контролирует. Вот это и есть Smash Half Guard, когда, по сути дела, все, что я делаю, да, я просто обхватываю его ногу. Позиция точно такая же, как Side Control, да, Side Control. Но вот если я сейчас обхвачу его ногу своей ногой, то мы получаем так называемый Smash Half Guard. Позиция чуть лучше, чем Side Control, но не намного для нижнего. Прекрасно. Стас, пришел вопрос сразу от подписчика. Какое отношение Smash Half Guard имеет к дуэту Сергея Лазарева и Влада Топалова? Я думаю, что непосредственно, ну, ходят слухи, что ребята, собственно, тренировали технику в перерыве, да, во время концерта, когда там антракт, ну, и когда там, собственно, какие-то группы, да, на разогреве еще играют, вот, но они, ну, как бы, времени немного, люди серьезные, вот, ну, как бы, это все думают, что когда человек богатый, знаменитый, то у него, типа, дохера времени, на самом деле это не так, там люди, у них нет времени для нормальных тренировок, поэтому они находят, ну, за кулисами каждую возможность и тренируют это положение. Спасибо. Вот мы медленно к теме, да, перешли.